Всем привет, с вами Skiff Music, и сегодня у нас в гостях вот такая вот, я не знаю, как это назвать, ну, в общем, это электрогитара, да, Schecter TSH-1. Она пустая, ну, не полностью, но пустая внутри, то есть это семихолл, банка будет, ну, как угодно называйте, в общем. У нее датчики на альника пяток, которые регулируются сзади на корпусе. Они прям сюда реально вкручены, и высота регулируется отсюда. Ручка громкости, ручка тона и петушок на переключение, вариации работы датчика. То есть даже это не переключение датчика, там мы сейчас будем вместе с вами учить, как там что работает. Гриф на болтах, гриф клен, накладка палисандр, вроде бы как корпус клен и крышка клен. Очень много информации в интернете, она разнится. Вижу описание только модели, которые прям под баску сделаны. Вероятно, это какая-то вот либо переходная модель, либо, не знаю, как сказать. Колки Гровер, и она очень клево выглядит. Вот как-то вообще. То есть это форма модель Tempest у них есть, у Schecter, да? И это то же самое, только в более такой классическом олдовом стиле. К ней в комплекте также подставляется вот такая вот крышка на струнодержатель. Не знаю, зачем я ее уберу. Итак, давайте посмотрим, как эта штука вообще работает, что с ней можно сделать. То есть звук есть. Давайте посмотрим, как работает вот эта вот шляпа. Мы берем отверточку и проверяем, какие датчики в каком положении работают. То есть вот это сейчас работает, я так понимаю, NEP, да? Нет. Ага. В положении единицы тут все у нас бридж. Дальше положение 2. Ага, это отсекает у нас только сингл. Положение 3. Ага, работают два сингла. Ну, дальше все понятно, я думаю. А, нет. А, ну да, сингл на неке. И здесь у нас идет полностью нек. В обратную сторону. Если мы привыкли, что обычно вот в эту сторону это бридж, а в эту нек, то тут наоборот все. То есть вот у нас нековая. Очень полная. Клево. И тут у нас бридж. Очень громко, очень объемно. Я уверен, что меня это уже клипует микрофон. Поэтому. Слушайте, это клево. Тон. Понятное дело, громкость. Есть. Давайте немножечко перегрузку бахнем. Потому что мне кажется, что на этой гитаре очень клево играть какой-нибудь мастодон, либо сладжуху. Она очень шерстяная, она пушистая, прям вот вся такая. Давайте, коль заговорили про стонер, слаш и так далее, давайте чуть дропнем ее. Thank you.
здесь она начинает задыхаться, конечно, да. И можно еще поиграть вот. Металлические палки, вот, ну, для тяжелой музыки прям вообще. Но эта штука, она очень интересная. Она очень клевая. Если вы фанат какого-нибудь, я не знаю, там, серфа, ну что-нибудь вот такого вот современного музла, который, ну, хочет черпать и черпает что-то вот олдовое, мне кажется, этот инструмент точно вам понравится. Куча настроек, вариантов звучания датчиков. Датчики, они очень приятные, они абсолютно не мясные, и, ну, хочется играть что-то, ну, интересное. Не мясо, а что-то интересное. Я терпеть не могу олдовые вот такие вот, ну, какие-то дизайнерские решения, что-то еще. И, возможно, мне не понравилось, что она, видите, она, ну, довольно-таки объемная гитарка, и у нее нету скоса под правую руку, нету никаких вот этих вот хоров, да, то есть, по сути, ну, как на телекастерах играли, вот, ну, в принципе, телекастер, да, но очень толстый, и, возможно, ну, вот эта часть, она большевата, и надо привыкать. Я не могу сказать, что она неудобная мне сейчас, вот, а так, в принципе, с каждым днем мне все больше и больше нравятся вот такие перья, не знаю почему, просто нравится. И поэтому, если вы хотите разнообразить свой гитарный парк, либо вы хотите начать с хорошего корейского инструмента, потому что это год, какой, 10-й год, да? То есть уже 10 лет инструменту, там уже, ну, несмотря на то, что тут полое, там уже просушилось все то, что могло просушиться, и инструмент, в принципе, готов к бою. Очень прикольно, что звукосниматели установлены здесь. Не знаю, насколько это практично, ну и петушок. И, собственно, вот, ну, как будто бы какой-то олдовый кадиллак в руках держу, да? Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк, и я думаю, мы будем больше обозревать такие гитары.